сквере Гамова открылся один из четырех городских опорных пунктов приема продуктов для нуждающихся, особенно для наиболее уязвимой категории людей во время пандемии, для людей пожилого возраста. Работа волонтеров здесь идет полным ходом. Неравнодушные одесситы каждый день сюда привозят не только вещи, но и продуктовые наборы, которые как никогда сейчас необходимы для пенсионеров, ведь они из-за карантина вынуждены находиться дома. Пандемия не остановит доброту. Под таким лозунгом работает благотворительный фонд «Добрый самарянин», социальный отдел при Одесской народной церкви. Работа десятков волонтеров кипит. Кто продукты привозит, кто их расфасовывает, а кто развозит по адресам. Мир вашему дому. Так, во время карантина волонтеры церкви взяли на себя обязательство развести 1500 людям продуктовые наборы и лекарства. Такое количество адресов очень сложно одномоментно обеспечить всем необходимым. Остро не хватает волонтеров, которые товары купят, расфасуют и развезут по адресам. На днях мы приняли 10 машин продуктов. Ребята разгрузили за 2,5 часа. Затем 10 волонтерских команд отправились на развоз продуктов к бабушкам и дедушкам. Прямо сейчас на нашем складе 9 соцработников фасуют крупы. 8 волонтеров фасуют овощи по пакетам. Но нам не хватает рук сделать это быстрее, поделился старший пастор епископ Денис Сердиченко. Напомним, когда в 2014 году началась война, епископ Денис Сердиченко и диакон Роман Медяник оказывали помощь на передовой в зоне АТО. А когда нужна была помощь внутренне перемещенным лицам, Одесская народная церковь предоставила проживание сотням людей и обеспечила их всем необходимым. На протяжении многих лет она остается такой. Поэтому сегодня, когда снова в стране бедствия, христиане ОНЦ откликнулись вновь и протянули руку помощи старикам, многодетным семьям, категориям, находящимся в зоне риска. Для тех, кто хочет стать волонтером, звоните 097 375 72 29.